Вы смотрите новости 24 на шестом канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Двое жителей Санкт-Петербурга погибли в ДТП в Александровском районе. Трагедия случилась сегодня утром в районе 7:30 около деревни Жуклино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado 61 года рождения выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым МАЗом, за рулем которого сидел ковровчанин. От удара оба автомобиля улетели в кювет и там загорелись. Водитель и пассажир внедорожника погибли до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado заснул за рулем. Задолжал сыну 500 000. Судогодский мировой суд рассматривает уголовное дело в отношении нерадивого отца. Павел Власов 2006 года не платит алименты. У мальчика умерла мать и воспитывает его бабушка. Никакой поддержки пенсионерка от бывшего главы распавшегося семейства не получает. Мужчину даже отправляли за решетку, но лишение свободы ничему его не научило. Тему продолжит Алексей Соков. Татьяна Егошина дрожащими руками достает фотографию дочери. Галина погибла 3 года назад. Без матери остался 5-летний Вася. Отец бросил семью, когда мальчику был год. Поднять внука на ноги решила бабушка. Правда, в оформлении опеки, рассказывает Татьяна, ей всячески препятствовали целый год. А на это время мальчика забрали в детдом, а потом в психиатрическую больницу. А там... Женщина сказала, он не разговаривает уже 2 недели вообще. Он перестал разговаривать совсем, пока я не пришла. Теперь он учится в вспомогательной школе. Именно для того, чтобы дать ребенку образование, Татьяна решилась переехать из деревни Смыково, где вообще школы нет, не то что специальной, во Владимир. За квартиру пенсионерка отдает 15 тысяч, и еще ребенку нужна реабилитация. А вот отец Васи не платит алименты с 2006 года. Долг накопился в 500 000. Мужчина уже даже был осужден и год провел в колонии-поселении. Правда, тюрьма ничему Павла Власова не научила. И вот новое уголовное дело. Нерадивый отец вместо согласия платить алименты бабушке в суде заявил, что и сам ребенка готов воспитывать. Тебе трудно отдать ребенка, я его нормально воспитаю. Что? Ты себя-то воспитать не можешь. Господи, сидишь ты. Вчера пил, позавчера. В том числе из-за употребления алкоголя мужчина лишен родительских прав. Правда, завести вторую семью Павлу Власову это не помешало. А первенцем, по словам бабушки, он вообще не интересуется. Он знает прекрасно, где я живу. Он прекрасно знает. Ну ты хоть раз в месяц приедет, ну купи килограмм конфет, привет, скажи, Васильевна, ну давай не будем ругаться. Я вот привез ребенку. Да она его выкинет сразу из дома. Жена не дает. Вот эта швабра. Она его выбросит сразу, тут же. И поэтому он к ребенку боится подходить даже рядом. На суд Власов приехал тоже со своей новой женой. Мужчина оправдывается. Сына он, мол, любит, но виной всему расстояние. Вот пока она здесь в деревне жила у нас, вот, Егошина. Я встречался с ним, да, Новый год его сюда брал. На какое решение суда надеетесь сегодня? Не знаю, что там решат, да им решать. Ну, если еще вам дадут срок. Ну, чего, дадут все. И новый срок мужчину вряд ли как-то заставит заплатить алименты. Описывать у него по документам нечего. Хотя есть машина, которой в общей с новой женой собственности. А работы якобы нормальной нет. У нас там стоянка открылась, вот на нее так вот уже 2 неделю работает. Ну, неофициально еще. Сейчас вот документы хотел отдать, чтобы официально устроиться. А сколько у вас там зарплат? Там 1012. Обещали, что платить будут. Правда, у адвоката потерпевшей стороны иное мнение. Власов регулярно получает доход, но вот работает он по определенной схеме. Устраивается и через 3 месяца увольняется. И приставы не успевают направить представление суда о взыскании алиментов в бухгалтерию. В результате ребенок не получает от отца ни копейки. Неслаженно работает уголовно-исполнительная инспекция, служба судебных приставов. То есть поэтому страдает в первую очередь от этого ребенок. А на сегодняшнем суде мужчина заявил, что с представленным ему государственным адвокатом он работать не будет. Значит, суд откладывается. А ведь долг перед сыном копится. Алексей Соков, Евгений Токарев, 6 канал. Бюджет будут пополнять за счет увеличения транспортного налога. Речь идет об автомобилях с мощностью двигателя в 200 и больше лошадиных сил. Принципиальное решение было принято сегодня Комитетом ЗАГС Собрания по бюджетной и налоговой политике. Вместе с тем ожидается пересмотр льгот по транспортному налогу. Предложение законотворцев выслушал Александр Инин.
На дороге нужны деньги. Чем больше, тем лучше. И как здесь не вспомнить про транспортный налог? Тем более, что ставки по нему не поднимались в области с 2005 года. Второй путь наполнения региональной казны – пересмотр льгот, которые предоставляются областным законодательством. Задача – и льготников не обидеть, и ставки поднять так, чтобы они не ударили по карману автовладельцев. Платить больше будут те, у кого в автомобиле больше 200 лошадок. Сейчас за каждую выкладывается 60 рублей. Законопроект увеличивает ставку до 75. Если лошадок больше 250, то налог вырастет со 120 рублей до 150. Самое большое увеличение коснется мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 лошадей. Сейчас владельцы платят всего 15 рублей за каждую лошадиную силу, будут платить 50. Но даже этот скачок не ударит по владельцам мототехники, уверен председатель налогового комитета. То есть, по сути, размер налога, который в результате приходится уплачивать владельцам мотоциклов, мотороллеров и скутеров, он сопоставим с расходами на отправку им платежной квитанции, платежного уведомления на оплату этого налога. То есть это 60, 70, 80 рублей, ну, в отдельных случаях 100, 200, 300 рублей. То есть, согласитесь, ну, это размер налога практически символический. Про отъем льгот. Прежде всего, их хотят отобрать у пенсионеров, владельцев грузовиков. Ну, согласитесь, если пенсионер владеет грузовым автомобилем, ну, конечно, он его не в личных целях использует, конечно, он его использует для ведения предпринимательской деятельности. Даже его, ну, или, да, скорее всего, может быть, даже его там родственники, дети, там еще кто-то, да. На этом история с пенсионерами не заканчивается. По ним, а заодно и по инвалидам, есть еще одно предложение. Озвучивал его Максим Васенин с тяжелым сердцем. Потому что это, ну, предложение не очень-то популярное, скорее всего, будет. И не факт, что у нас губернатор в этом вопросе поддержит. Это снижение размера льготы, который мы предоставляем инвалидам и пенсионерам, тоже с 75 до 50%. Упорядочение льгот по транспортному налогу еще в стадии обсуждения. Если Заксобрание примет новые повышенные ставки на авто- и мототранспорт, это даст областной казне 45 миллионов дополнительных рублей. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал. Учимся управлять домом сами. Во Владимире второй год работает программа «Управдом». Смысл ее в том, что любой собственник может познать нюансы обслуживания и ремонта многоквартирного дома, причем совершенно бесплатно. Где учат управлять собственностью, знает Алексей Дудин. Проблемы соседей она знает, как свои пять пальцев. Наталья Шакирова уже 3 года руководит ТСЖ-центр. Обслуживает оно жильцов вот этой 70-квартирной пятиэтажки. Дому более 50 лет, и поэтому проблем с имуществом у собственников немало. Но решать их удается, даже несмотря на невысокий тариф. Тариф 16,61. Мы его не повышаем уже 4 года. Стараемся не ущемлять наших собственников. Но денег, конечно, не хватает. Выкраиваем. Выкраиваем буквально на то, на другое. Выкраивать Наталья Шакирова научилась на семинарах по программе «Управдом». Закончила она обучение весной. Прослушав курс из 10 лекций, председатель ТСЖ узнала, как и где можно сэкономить и куда позвонить за консультацией. Конечно, можно и в интернете самообразованием заниматься, но это долго. А тут вам доносят знания, и вопросы, возникающие, людей много на учебе по ходу этих лекций, тут же сразу задающиеся вопросы, и тут же сразу же они обсуждаются и находятся пути решения. Очень полезно. Всю жизнь у жильцов дома была проблема с парковочными местами. Двор узкий, и помещалось в нем не более 20 машин. Вопрос решили. Автолюбители скинулись по 15 тысяч рублей, и каждый сделал себе отдельное место под стоянку. Это падающий барьер, он открывается, вот можно видеть здесь. Забирается на замочек, подъезжает машина, откидывается барьерчик, машина заезжает на парковочное место. Это не в пользу, не в собственность это место, а пользование этого места. Угу. Вот, и теперь у нас тишина и спокойствие. А были войны прям? Дикие, дичайшие просто. На оставшиеся деньги обустроили детскую площадку. Теперь в планах у Натальи Шакировой замена забора и фасадные работы. Чтобы их сделать, необходимо 6 миллионов рублей. Своими силами не справиться. Нужно вступать в программу. Как это сделать, тоже научили на семинаре. Вообще программа «Управдом» разделена на 3 направления. Председатель ТСЖ, деятельность совета многоквартирного дома и основы управления.
Собственники помещений должны более подробно изучить жилищный кодекс. Что такое жилищный кодекс, какие происходят изменения по жилищному кодексу, какие взаимоотношения между управляющей организацией и собственником помещений, какие есть права и обязанности собственника помещений, какие есть права и обязанности нанимателей помещений. В прошлом году во Владимире провели 22 семинара и обучили более 700 собственников. Набор в группы идет и сегодня. Вечерние занятия проходят еженедельно в течение 2 месяцев. В качестве учителей – профессора и преподаватели Владимирского института бизнеса. А записаться на бесплатные семинары можно в своей районной администрации. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Наградили за боевые заслуги. Сегодня во Владимире вручали юбилейные медали в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Заслуженные награды получили около 300 жителей области. Поздравить ветеранов приехали Сергей Сахаров и Андрей Шохин. Глава администрации города подчеркнул, что заслуга перед родиной ветеранов афганской войны неоценима. Очень хорошо, что Министерство обороны Российской Федерации в этот год выпустило памятную медаль. Это действительно ваша заслуга. Я думаю, каждый из вас, пройдя этот нелегкий путь, пройдя его очень достойно, гордо может, подняв голову, сказать: «Честь имею». Медали ветеранам Афганистана вручали областной военный комиссар Юрий Карманов и главы районов города. Также сегодня вспоминали и тех, кто погиб в афганской войне. 78 наших земляков не вернулись домой. Из них 13 были жителями Владимира. В их честь сегодня возложили цветы к монументу «Скорбящие ангелы». Для ветеранов подготовили праздничный концерт творческие коллективы города. А сами ветераны исполнили песни в память о погибших товарищах. Но самое главное, что награда находит своих героев, и я надеюсь, что сегодня максимально всех поздравят и наградят этой медалью. Именно 25 лет вывода войск из Афганистана. По школам, когда училище выступаем, мне кажется, что это, на мой взгляд, легче донести ребятам и тем же детям не словами, а песнями. То есть они, прослушав песню, они больше понимают, нежели им будешь рассказывать. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Партия Навального появилась во Владимире. Секретарь Центрального совета партии «Прогресса» сообщил о регистрации еще 3 региональных ячеек партии, председателем которой является Алексей Навальный. Кстати, он обвиняется в краже с забора картины владимирского художника «Плохой хороший человек», которая была обнаружена в квартире оппозиционера при обыске. Возможно, это повлияло на то, что партию удалось зарегистрировать у нас в области лишь с 5-го раза. «Кремль детям». Во Владимире стартовал всероссийский фестиваль под таким названием. Он продолжится и завтра. Более 60 участников из 20 музеев страны будут представлять свои программы и рассказывать об опыте работы с детьми. Среди гостей и зам генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. Главная же цель фестиваля – обсудить роль музея в воспитании подрастающего поколения. Готовится к поединку. Завтра владимирская «Торпеда» примет на своем поле столичный клуб «Строгино». Игра пройдет в рамках 11-го тура первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона в зоне «Запад». Встреча начнется в 18:30 на главной спортивной арене города. Наш соперник выступает 2-й сезон на профессиональном уровне. Свой стартовый поединок первенства москвичи провели 15 июля на родном стадионе, как раз против нашего «Торпеда». Владимирцы тогда победили с крупным счетом 3-0. Окунуться в мир театра. Сегодня во Владимире стартовал фестиваль «У золотых ворот». За 2 недели артисты из разных городов России покажут свои лучшие спектакли. Труппы из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Киото будут удивлять владимирцев комедиями, драмами и трагедиями. Есть ли фавориты в этом театральном смотре, узнала Валерия Саенко. Американская драматургия – отечественная классика. За эти 2 недели интересный для себя спектакль найдет любой зритель. Выступлений будет настолько много, что играть актерам придется даже на разных сценах. В этот раз на фестивалю «Золотых ворот» съехались 19 коллективов. У кого программы сильнее, пока даже организаторы сказать не могут. Сказать, что какая-то из них каким-то образом оказывается впереди всех, мы сможем через 2 недели. Когда все пройдут очень серьезный экзамен. Экзамен и у владимирского зрителя,
и экзамен по отношению друг к другу. Доверили открыть праздник москвичам. На суд владимирской зрители они представили трагедию о любви и мести. Пьесу Юджина Унила «Участь Электры» в России ставит редко. Но уже завтра Российский академический молодежный театр увезет свои декорации в Сеул на следующий фестиваль. Но даже несмотря на такой плотный график, выступать во Владимире согласились сразу. Знаменитый фестиваль. Мы столько про него слышали, столько про него знаем, читали. Видели, увидеть этот фестиваль вот воплоти в начале и в опусе, это очень интересно и абсолютно почетно для нас. Попасть на этот всероссийский фестиваль можно только если спектакль занял первое место в других конкурсах. Исключение — театр Киото. У японцев как раз идут гастроли по России, и они сами попросились участвовать. Но жюри во главе с председателем Евгенией Симоновой особые надежды на японское прочтение «Чайки» Чехова не возлагает. Главный приз — хрустальную шапку «Мономаха» им вряд ли удастся получить. Фестиваль «Золотых ворот» проводится во Владимире всего в третий раз, но славу уже приобрел. В театральных кассах на ближайшие две недели раскупили практически все билеты. Большой интерес к событию и у театральных критиков. Здесь, в провинции, по их мнению, артисты гонятся не за подработкой в сериалах, а за душевными ролями. И когда сегодня я вижу, когда актер физически устает на сцене, а выходит после спектакля и абсолютно забыл, что он делал, потому что нагрузка у него идет не сюда. Становится грустно. Ваш театр сейчас в хорошем состоянии. Очень сильная молодая труппа. Очень сильная. Сильнее, чем во многих столичных театрах. Владимирская труппа выступит на родной сцене 25 сентября. Наши артисты покажут уже полюбившуюся местному зрителю «Антигону». Валерия Саенко, Артем Горчаков, Александр Мажаров, 6 канал. На этом моя часть выпуска завершена. Наш эфир продолжит премьера нашей новой рубрики «Хочу, могу». Сегодня ведущая Алина Киселева расскажет, где во Владимире продают натуральную косметику и как всегда выглядеть актуально. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи.